Цирковой десант из 65 человек приехал удивлять сочинских зрителей. По мнению авторов представления, жители олимпийской столицы уже повидали много интересного. Поэтому, чтобы порадовать искушенного зрителя, нужно сильно постараться. К слову, у цирковых артистов это получилось. Программа очень большая собрана, потому что город Сочи привык любить смотреть программы шикарные. После ремонта мы произвели самые лучшие программы, которые у нас сегодня есть в Росгосцирке. Новая программа собрала в себя лучшие традиции советского цирка. Зрители увидели множество оригинальных и даже уникальных номеров. Удивляли публику артисты из Ставрополя, Краснодара и Белоруссии. Эквилибристы и акробаты не единственные герои программы. Артисты привезли с собой много животных. Братья наши меньшие приняли участие в нескольких номерах. Зрители смогли увидеть дрессированных далматинцев, прогулку попугаев и даже медведя-акробата. В перерывах между выступлениями лауреатов всевозможных цирковых премий и их дрессированных питомцев зрителей развлекали клоун Санек и Серега. Веселить народ не единственное, что могут эти артисты. Их профиль – чугунные котелки. Этот, казалось бы, не совсем типичный атрибут для циркового артиста в руках Санька и Сереги становится зрелищным номером. Свое мастерство зрителю представили и приматы, участники шоу «Планеты обезьян», заслуженные артистки России Маргариты Бреды. По поведению шимпанзе создается впечатление, что эти приматы не чувствуют разницы между собой и своими человеческими коллегами по цеху. В рамках программы они соревнуются с ними в акробатике, иногда даже используют запрещенные приемы, под стать некоторым разумным спортсменам. Воздушные акробаты. Понравились. Ну, клоуны тоже для ребенка смешные. Ой, лошади очень красиво были. Замечательные животные, люди, публика. Мне понравились акробаты, понравились лошади и собаки понравились. В Сочи московский цирк пробудет до 20 апреля. Выступления можно посетить в субботу и воскресенье. После гастроли цирка продолжится. Его уже ждут в Туапсе и Кисловодске. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.